94 года тому назад удмуртский этнос реализовал свое право на государственность. Это было великое историческое событие. То есть наша республика стала полноправным, суверенным государственным образованием в составе Российской Федерации. Удмуртский народ и народы нашей республики никогда не ставили какие-то сепаратистские задачи и цели. Мы были, есть и будем всегда вместе. И особенно важно сейчас, когда мы видим, какие события творятся во всем мире и прямо рядом вот с нашим государством на Украине. Это, конечно же, наш век недопустимо, но это факт. И все это как раз делается или происходит из-за того, что нагнетается рознь, вражда между народами, между нациями. И, конечно же, мы с вами не можем быть спокойными. Поэтому я призываю всех крепить нашу дружбу, наши добрые межнациональные отношения. Мы едины, и только в единстве наша сила и победа.